И в синий угол октагона бойца из Новосибирска Вячеслав Пресенский. Ну что ж, а сейчас у нас поединок в промежуточном весе, такой catchweight между полулегким весом и легчайшим до 63,5 килограммов. Такой у нас catchweight до 63 даже. И Вячеслав Пресенский, представитель Новосибирска, первым сейчас проследует в клетку. На счету этого бойца две победы. Одна победа техническим нокаутом, другая победа приемом и одно единственное поражение. И Вячеслав Пресенский свою карьеру начал в ноябре 2015 года. Также боец, который прошел горнило турниров Ambition Fighting Championship. И в своем дебюте он победил Захира Джазабарова. Победил удушающим приемом в первом раунде. Затем он стал участником турнира промоушена TagCraft в феврале 2016 года. Выиграл у Яна Стишенко техническим нокаутом в третьем раунде. А единственное поражение потерпел, приняв участие в турнире Fight Night Global 69. Проиграл Мураду Касайниеву по очкам. Итак, Вячеслав Пресенский уже в клетке. Красный угол октагона. Встречайте его соперника, бойца, представляющего город Тобольск, Равиль Коробов. Ну а сейчас выход Равиля Коробова под песню Александра Поветкина. Песня, под которую обычно выходит Александр Поветкин. Выходит Равиль Коробов, он из Тобольска. Представляет команды «Рать» и «Сибиряк». Проспект. 4 победы на счету Равиля. Ни одного поражения. Из 4 побед у Артема одна победа по очкам и 3 победы приемами. Карьеру начал Артем Коробов в апреле 2017 года. И также все 4 боя он провел под эгидой промоушена Ambition Fighting Championship. Для Равиля Коробова это второй поединок за год. В мае 2018 года он выиграл удушающим приемом у Владимира Ишменева. Дамы и господа, представляю вам соперников. В синем углу боец, представляющий город Новосибирск. Ему 27 лет, рост 170 сантиметров, вес 63 килограмма 700 граммов. Профессиональный рекорд 3 боя, 2 победы, 1 поражение. Вячеслав Пресенский! Его соперник в красном углу, боец, представляющий город Тобольск. Ему 18 лет. Рост 174 сантиметра, вес 62 килограмма 700 граммов. Профессиональный рекорд 4 боя. Во всех одержанные победы, представляющий бойцовские клубы «Рать» и «Сибиряк» Равиль Коробов. Рефери Алексей Герасименко. Итак, парни, вы профессионалы, правила знаете, правила нарушаем, все действия по моей команде. Уважаем друг друга, активно работаем на протяжении всего поединка. Пожали руки, желаю удачи по углам. Боец синего угла начинает бой с желтой карточкой за перевес. Есть разница в возрасте, гораздо старше. На целых 9 лет Вячеслав Пресенский, Равиля Коробова. Но опыта чуть больше у Равиля. Так, начинается поединок. Пресенский начинает его с желтой карточки. Так что, если дело дойдет до судейского решения, это может стать одним из решающих факторов.
Перчатки с синим скотчем — это Вячеслав Пристенский. Перчатки с красным, соответственно, Равиль Коробов. Пристенский занимает центр клетки. Хороший хай-кик от Коробова навстречу. Плотный, причем достаточно. И здесь встретил джебом Равиль соперника. 18 лет, уже целых 4 победы. В общем-то, очень неплохо для бойца ММА. И опять навстречу сработал Коробов. Пошел вперед Пристенский, нарвался на жесткий левый боковой. Но пока работа на контратаках у Коробова получается в начале раунда. Чуть-чуть не рассчитывает Вячеслав Пристенский с дистанции. Мне кажется, ему стоит работать все-таки поближе к сопернику. Другое дело, даст ли подойти поближе Коробов. Равиль никуда не торопится. В принципе, ему вот работа вторым номером вполне комфортна. Для него вполне она получается пока что. Старается поджимать Пристенский, но подходит без ударов. И, пожалуйста, опять двойка навстречу от Коробова. Причем такая достаточно острая. Вот здесь достал вроде бы Пристенский, но тут же в ответ бьет Равиль Коробов. Достаточно быстрые руки у Равиля. Вот стараются работать точечно и Равиль, и Вячеслав. Здесь не достает Пристенский. Так. Наконец-то сократил дистанцию Вячеслав. И давайте смотреть, что будет здесь. У нас активный клинч в стойке. Дойдет ли дело до броска? В принципе, Коробов неплохо себя чувствует в партере, исходя из его послужного списка. Так, зацеп от Пристенского, но здесь Коробов выбрался из ситуации. Так. Остается минута. 50 небольших секунд до конца раунда. Разворачивает Пристенский Коробова к сетке. Равиль широко ставит ноги, дабы обезопасить себя от броска, от подхвата. И тейкдаун у Равиля получается. Практически да, все, ему нужно стащить окончательно Пристенского вниз и здесь поработать. Пристенский активно защищается. Мы видим, он там вставил пятку в бедро Коробову. Здесь нужно освободить руки Коробову для того, чтобы попытаться добить. Ну вот, да, здесь спина, в принципе, открытая, свободная у Коробова. Хороший боковой от Равиля. Достигает цели. Он в открытом гарде сейчас. Пристенский пытается, естественно, Коробова вязать. Попытка обойти ноги со стороны Коробова. Так, сжимает шею и опять удар справа. Пытается Пристенский контрить. Пока не получается у Пристенского вытащить ногу. И пытается, я так понимаю, улучшить позицию, обойти эту ногу. Попытался Равиль Коробов, но пока что из гарда его Пристенский не выпускает. Вот проходит удар локтем, кстати, здесь. И концовка, хорошая, яркая концовка от Коробова. Первый раунд позади.
Итак, второй раунд в поединке Равиля Коробова и Вячеслава Пристенского. Бой в рамках промежуточного веса до 63 килограммов. Перчатки с синим скотчем Пристенский, перчатки с красным скотчем Равиль Коробов. Первый раунд был достаточно плотным. У нас была работа в стойке и работа в партере. И вот проход в ноги от Равиля Коробова. Но вот в такой полпозиции он находится. Но смотрите, все очень быстро меняется сейчас. Попытался забрать Корова в спину, но здесь нужно ему вытащить ногу. Вот сейчас вы слышите как раз таки призывы главы Корова бить жестче. Так, попытка скрутить пятку от Пристенского. Попытка выйти на болевой прием на ногу со стороны Вячеслава Корова. Нужно вытаскивать ногу, это безусловно. Но вот немножко как-то потерялся Коробов. Вот да, сейчас нужно бить здесь, работать. Отвлечь внимание Пристенского. Вячеслав зацепился за ногу. Очень плотно. Но все, вроде бы захват расцеплен. И сейчас нужно взрываться. Если есть силы, то здесь нужно взрываться. В принципе, позиция у Коробова неплохая. Можно обойти ноги и попытаться даже. Ситуацию он контролирует. Так, открытая шея, кстати, у Пристенского. Была вот буквально мгновение. Был момент у Коробова, но, видимо, Равиль не прочувствовал ситуацию. Но вот сейчас я вижу отсюда, что, в принципе, шея относительно свободная. Равиль работает сверху очень жестко. Очень непросто Вячеславу Пристенскому. Колено в бедро от Коробова. Вот опять удары сверху от Коробова. В принципе, пока что ничего не может этому напору Вячеслав Пристенский противопоставить. У него все только на защиту. Все силы тратятся только на защиту. Контратаку провести он пока не может. Выходов на приемы я пока тоже не вижу в этой ситуации для Вячеслава. И контролирует полностью картину в клетке. Пишет, я бы сказал, картину в клетке сейчас как раз-таки Равиль Коробов. Единственное, нужно быть очень внимательным для Коробова. Вячеслав не упустит шанса попытаться провести прием. Так, свободная была шея у Вячеслава Пристенского. Здесь можно запрыгнуть в бэкмаунт, в принципе, зайти. Очень жесткий удар снизу пропускает Вячеслав. Но смотрите, не оставляет он попыток выйти на болевой прием на ногу. Но здесь ему будет очень тяжело. Локоть. Ну здесь, да, локти бы не помешали Коробову. Как раз таки. И вы слышите, у главы Равиля призывают они бить. Я совершенно согласен с ними. В принципе, ситуацию Коробов контролирует. Вячеслав, к сожалению, для себя пока ничего. Опа! Сейчас можно забрать шею. Шея открытая у Пристенского. Коробов даже решил не заходить в бэкмаунт. Но смотрите, Пристенский практически встал. Несмотря на пропущенные удары, он почти удалось встать, но затем опять он оказался внизу. Но здесь свободные руки у Коробова. В принципе, бить, бить и бить. Пристенский в глухой защите практически не отвечает, ничего не может сделать. Его задача основная сейчас, я думаю, несмотря на урон, на ущерб, который он терпит, ему
нужно вставать. Он взял паузу сейчас Коробов. Ну, в принципе, заканчивается второй раунд, он уже заключительный в этом поединке. И сейчас для Равиля, наверное, главное просто доконтролировать ситуацию, чтобы не было нежданчиков никаких со стороны Вячеслава. Вячеславу, да, ему не позавидуешь. У него времени нету, все правильно говорят ему главные. И его шанс сейчас попытаться выйти на прием. Но тает время. И Равиль ситуацию контролирует. Вот попытка выхода была на треугольник. Ну, такая очень неявная, я бы сказал. Вот хорошо ногами по бедрам. Ждем решения судей. Вот мы видели, видим, как так уже наелся Вячеслав Пристенский. Устали оба, но бой плотный, бой плотный. И еще раз хочу сказать, кто бы не выиграл, наши поздравления победителю, и кто бы не проиграл, в любом случае проигравшему огромнейшее уважение. Уважаемые дамы и господа, в этом бою победу единогласным решением судей одержал по-прежнему непобежденный Равиль Коробов!